поклон вам низкий. Bye.
2016-м народный хор «Раздолье» отметил свое 40-летие. Как молоды мы были, как молоды мы были. У нас с вами есть замечательная возможность заглянуть в далекое прошлое. В год 1976, год создания коллектива. Просим прощения, маленькая докладочка. Сейчас, минуточку. Коля, помоги, пожалуйста, спустись в зал. В 1988 году хору было присвоено звание народный. В репертуаре коллектива разноплановые произведения. Задорно-танцевальные, хороводные, акапельные, патриотические, духовные, лирические песни, песни о родной земле, которые исполняются женской и мужской группами хора, и, конечно же, солистами. Но вот мы с вами в 1976 году. Ну, как молоды мы были. Вот такой хор был «Раздолье». Тот далекий-далекий год. Это присвоение звания народный. Как будто бы вчера, да? В автобусе по дороге на один из концертов. Это по дороге в Апачи. Поселок. Встречайте, на сцене солист народного хора «Раздолье» Анатолий Нараб. Мое богатство. Живчи.
Берем Амиль. Хотят. Сижу я и думаю, как мне.
Село мое на краешке земли. Здесь все до каждой мелочи знакомо. Куда б меня пути не завели, я вспоминаю с нежностью о доме. Yeah.